театрально-концертном центре «Щелковский театр» встретились директора областных театров. Руководители театральных коллективов провели деловую встречу, на которой рассматривались темы, интересующие театральных деятелей. Мы собираемся, как правило, это директора театров Московской области, и муниципальные, и областные. Мы собираемся и обсуждаем на этих встречах актуальные темы, проблемы, которые сегодня возникают, там, допустим, в каждый раз. Да? То есть в свое время это были проблемы, скажем, централизованной бухгалтерии. Мы просто собираемся для того, чтобы обсудить, как правильно жить в данной ситуации. У нас в Щелкове такая встреча была проведена впервые. Ее темой было знакомство с различными аспектами сложных в современной реальности, причем не только для театров, но и для многих организаций, вопросов, связанных с маркировкой рекламы. После деловой части гости Щелковского театра посмотрели спектакль режиссера Екатерины Кузиной «Метод». Андрей Цеханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.